ОРВИ все возрасты покорны, а еще этому чихающе-кашляющему недугу поддаются представители обоих полов, всех профессий и образов жизни. Специалисты Роспотребнадзора резюмируют: переменчивый по погоде ноябрь создал идеальные условия для развития и распространения респираторных заболеваний. Показатель по ОРВИ в областном центре превысил эпидпорог на 32%. Болезнь вызывает вирус, подхватить который можно и на работе, и в общественном транспорте. Само переохлаждение, как у нас иногда говорят пациенты, да, оно не вызывает заболевание ОРЗ. Само переохлаждение вызывает понижение иммунитета. А уже, значит, инфекция, попавшая к вам в организм, она может способствовать возникновению заболеваний. В поликлиниках большие очереди. Терапевт в этот сезон – самый популярный врач. Для ослабленного стрессом, недосыпом, недоеданием или переохлаждением организма одного чиха достаточно, чтобы свалиться с температурой. Основные симптомы ОРВИ – слабость, заложенность носа, покраснение горла. Самолечением врачи заниматься не рекомендуют. При малейших симптомах заболеваний, повышении температуры, появлении насморка, кашля, боль в горле, обязательно нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае самолечением заниматься нельзя. Это может привести к серьезным осложнениям. У ОРЗ бывают различные осложнения. Это синуситы, гаймориты, трахеиты, бронхиты. Ивановцам нужно готовиться к длительной обороне. ОРВИ-угроза будет существовать до начала марта. Лучшая профилактика – осторожность при контактах с заболевшими людьми. К сожалению, универсальной прививки от респираторных инфекций не существует. С острыми респираторными заболеваниями, причина которых может быть не один десяток вирусов, да, мы, к сожалению, предугадать не сможем. И вакцина не изобретена в связи с тем, что масса вирусов, которые способствует возникновению этих респираторных заболеваний. За средствами для поддержания иммунитета в зимнюю пору лучше сходить не в аптеку, а в продуктовый магазин и закупиться полезными цитрусовыми, а еще ароматными луком и чесноком. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.